сегодня хедлайнер, ты знаешь? Балаган Лимитед. Кажется, это и есть Балаган Лимитед. Ну, нравится тебе рыба? Ну, ладно. Миш, а фейерверк-то на стадионе? Всем привет, мы на канале «Чем займемся?». Да, и чем мы сегодня займемся? Мы идем на праздник. Правильно, у нас сегодня день района в центре, да? Сейчас уже там работает ярмарка и начинается концерт. А еще что приехало? Аттракционы. Аттракционы, да. А вечером будет салют. Ну ладно, не будем терять время. А что нужно сделать, Миш? Поставить лайк. Подписаться на канал с колокольчиком. Все, Миш, давай садись в машину. Так, ну там уже вообще все в разгаре. Включай, давно. А вы уже были там? Нет, не были. Я знаю, что там с 9 утра. Ой, Миш, пойдем посмотрим, что продает. Балаган Лимитед. Да? Ну, обещали, во всяком случае. Ты помнишь, в 90-х там что тебе надо из каждого утюга? А где они, здесь же будут? Вот как обещали, да. Ну, все, наконец-то очередь подошла. Народу, конечно. Люди такое ощущение, что прям соскучились по праздникам. Вон полезли. Как таракашки сразу полезли. Поехали. Да, так сегодня уже у нас звезда 90-х, Балаган Лимитед обещали. А, ну так вы ж моложе. Это песня нашего детства. Мы гуляли с тобой, я ревела, ох, ревела. Сейчас он этих сниму, ребятишек. Да это в 90-е годы с каждого утюга звучало. Даже реклама переделанная под эту песню была. Да нет. Эта песня, она такая была юмористическая. Вот тогда я поняла, что тебе надо, что надо. Да, я помню. Выгоняют там пошло. Выгоняют ползунов-то. Как я там твоя мама лестница поднять? По лестнице? Я там видела промежуток между лестницами. Да, видела. Я там так не хочу. Ну что, дальше какие планы? На крутящийся. Ой. Простите, не подскажете, это и есть Балаган Лимитед? Ой, что-то вообще как-то совсем плохо. Да, наши местные поют гораздо лучше. Что, залезли они? Мальчишки! Привет! Ну ничего, не утонете! Подписчики!
Катя! Сос! Ты кепку-то в воду не урони! Сос, подписчики, помогите! Миша, хочешь камеру взять, там поснимать? Поставьте лайк! Хочу ему камеру передать, только не урони в воду! Миша, поснимай! Она дай мне! Нет! Дима! Сейчас смотри, Денис покажет мастерство. Нет, ты так тяжело, на самом деле тяжелая винтовка. О, попал, молодец. Молодец. Молодец, Денис, много попал. Все. Надо силу вообще оценить, да? Давай, Миша. Опа, какая? Поднимай рукой-то, Миш. Какая? Двойка. Двойка, это какая игрушка? Миш, вот эти вот игрушки можешь выбрать, какую хочешь. Ты рыбу захотел, Миш? Включи, Миш. Ну, нравится тебе рыба? Ну, ладно. Не, ну эти песни у них лучше получаются, чем это «Чё тебе надо, чё тебе надо». Ну что, сынок, какие планы-то? Купить шарик-петушок? И попкорн. Ну пошли. Так, ну да, не одну попкорнем-то. Я попробую. Давай, клади мне в рот. Вообще, Мэр, руки не мыжая. Так, сынуль. Короче, сейчас берем тебе шарик и домой, да? Вечером сюда на салют придем, а сейчас я уже вся взмокла. Окей? Смотри, малыш, работает экскаваторщиком. Вот. Да, вот. Ну все, сказал спасибо, Миш? Ну все, мы поехали тоже. Да, вечером увидимся здесь? Ну да, не здесь, фейерверк-то будет. Миш, а фейерверк-то на стадионе будет. А еще чего здесь будет? Не знаю, но ему сказать, что здесь все будет до вечера. Осторожно, тебя сейчас вон задавят на черном джипе. Ну все, говори всем пока. Пока. Ась, поставьте лайк. Так. Пиши, что надо. Три, это с колокольчиком. Да. Пишитесь на наш инстаграм. И смотрите наше предыдущее видео, да? По ссылке в описании. Опять? Пока-пока. Все, да, пасек.